Всем привет! И сегодня я буду продолжать снимать свой летсплей вместе с вами. Вы будете, ну, как всегда, вы будете смотреть, я буду снимать. Наслаждайтесь, берите попкорн, кол. Все в этом духе. Я уже поиграл в Strandette, набрался более большого интеллекта. Интеллекта этого. Ну, понимаете, что. И оказывается, в таких вот деревьях, да, полно лиан. Просто потрясающе. Даже коры еще полно. Туда буду бить. О! Вот это эпик фейл. Вот так эпик фейл. Ладно. Продакшн. Так, давайте. Это где-нибудь тут вот в горах, потому что, оказывается, от этого может легко загореться. Вот всякие теперь. Можно еще жарить мясо там и так далее. Давай, 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 давай. Наверное, можете слышать, как я уже долблю в эту мышку. Давай долбить. А? Что не хватает? Жрём и тут грибочек. Нам просто не делать нечего. Так, и сегодня продолжим. О, продолжим миссию убить львов. Прикольная миссия. По убийству львов. Сколько? Ну, я думаю, этого недостаточно. Оказывается, можно еще сделать. О, но. Оказывается, можно еще сделать лук. Он намного лучше, чем рогатка. Много. Чую. Нет. Вон, я уже вижу там спавнер. Так, и еще я знаю, что можно сбить этих рептилий. Пигня. Есть. Эти пигни нам не помехи. Чё? А. Я Аром нашел. Лиан там будет. Там будут лиан, круто. Пойдем попьем. Чё ли? Пьем. Что нам еще делать? Чё ты мне не позволяешь ничего, а? Чё ты мне не позволяешь? Ты чё тут, а? Ты чё, а? Нарыв, да? Кого я обманываю? Когда говорит нарыв? Сами нарываемся. То, что самое крутое. Женщины нас не понимают. Ну чё ты, ну чё ты, ну делаешь? Ну чё она? Вот два стона. Еще один стон. Круто. Зашибись.
Йоу. Еще 400. О. Я прям спайдермен какой-то, не знаю. Та-да! Вот где вот, а? Да, точно, я же там оставил. Срочно это нужно. Вот, вот, вот! Вот, благодаря этому мы сейчас разведем костер. Вау. Че ты делаешь, чувак? А, два клинта мне нужно. Что ты делаешь, чувак? Блин, я уже два клинта, а не один. Ура, второй флинт. Всегда казалось, что когда я иду вот так вот по этой скале уже на территории львов, сейчас он кто-нибудь выпрыгнет, раз, кусит меня. Ура! Правда, не знаю, почему разработчики игры сделали, ну, не сделали так, что когда я стою, например, на огне, не горю. Конечно, тут глупо как-то. Внимательно вот смотрите, мы печем. Вон оно что, Михалыч. Едим. Довольно-таки побольше отнимается голода. Ура! Так, блин, чё я радуюсь? Неизвестно чему. Три гайки. Я первоклассный снайпер. Ага, перышки, перышки. Перышки это хорошо. Этот день прошел сегодня на славу. Выкинул ягоды. Ну вот, дай мне еще бренч. Дай мне бренча. Бренч. Так, как вы уже поняли, можно так сделать простые стрелы. Но как же сделать лук? А я вам сейчас... Идем к источнику воды. Берем палочку и мочим ее. Да, именно вот на этом, на изготовление. Вы уже подумали, о, как легко, вау! Все, сейчас включаю летсплей. Быстренько сейчас сделаем. Нет, тут вот. Я не знаю. Посмотрим. Да, наверное, я все-таки отправлю ссылку под видео, где я скачал эту игру. Прекрасную игру. Надо мне сразу говорить, что с нетворкинг. Я не с нетворкинг. И мы идем по ту сторону того, где ничего нет. Вы, наверное, так и думаете, что там ничего нет. А есть. Здесь остров Черепа.
Нам надо... Ныряй. Нам нужно опять поесть. Что так есть, ты все время хочешь? Ты скоро... У тебя целлюлитис будет везде, вокруг. Вокруг. Ты будешь... Ты вообще под этим вот... Не знаю, под тем, чем мы сейчас живем. Ты вообще туда влазить не будешь. Ты, только твои жиры там будут. Вот, блин, да. Просвечиваться, так сказать. Выходить. И ты оттуда потом не вылезешь. Ай, что надо? Тут нет никакого фиша. Ой, тут столько улиток. Вы уже поняли, вы нашли хлоп. О боже! Боже! Ничего не понял. Потом берем хлопок, переделаем его вот такую вот ниточку. Потом берем это, плюсик. Это плюсик. 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 Yes! И у нас получился. Ура! Вы даже не представляете, как это круто. А блин, я же снайпер. Я же снайпер. Что за фигня? Да. Третья стрела, ребята. Ребят. Не знаю. Не знаю, почему не получилось. Вы решили меня обмануть. Вы решили уворачиваться в матрице. Знаю. Вы попросили актеров в матрице, чтобы они вас научили этим приемом. Вот так! Он был мне научен. Что-то здесь хочу. Мы довольно-таки уже нормально. Я хочу так хавать. Да уж пошли. Боже, я хочу есть уже. Спал, захотел есть, что дальше? Обожаю этот звук по утрам. Ой, у меня на природу мы ехали. Ой, там обожаю этот звук. А что за меня? Вот так. Все. Я буду есть. Жру вот этот вот кусок мяса. Жру вот этот вот маленький кусочек мяса. Все, пожрали, потом сейчас пойдем на охоту. Нет, фигушки. Не пойду. На охоту без хорошего лука. Наверняка не слышите ничего. Все наполнюсь.
Блин, ты мне всю охоту испортишь. Бред. Вот. Шел на охоту. Блин, если я еле-еле зарубил обезьяну. Боже, мне нужно побольше всего. Есть идея. Я сейчас покажу один секретный рецепт. Нет, ну вот это одной. Одной, одной, одной. Вот. Вы поняли. Это та-да-да-да. Вы поняли. Fire это огонь. Earth это стрела. Длинная стрела, короче. Капец. Сейчас будет этому льву. Я сделал скриншот, круто. Так, он за мной не наблюдает вроде. А если не наблюдаешь, то тогда я за тобой наблюдаю, понял? Так, вот так. Ну ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки. И дизлайки, кому не понравилось. А кого раздражают эти птицы, ставьте 2 лайка. Кто этого не слышал. Всем пока.